Наши тем награждены усилия, чтоб поборов бесправие и тьму, мы открывали пламенные крылья своей стране и веку своему. Во знаменовании выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства сооружен этот монумент в 1964 году. Ура, товарищи, ура! Пойдем, Кирилл, пройдем вокруг памятника, круг почета. Ура, товарищи, ура! В 18 марта 1965 года в 11 часов по московскому времени при полете космического корабля «Восход-2» впервые осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. Сообщение ТАСС 18 марта 1965 года. Ура, товарищи! Ура! Останкинская телебашня, вот видите, она светится уже. Когда я приехал в Москву, она еще так красиво не светилась. Она стоит просто в облаках, ребята, вы видите, в облаках. Ура, товарищи, ура! Гостиница «Космос», которая снималась в «Ночном дозоре». Прям по гостинице ездили на спортивной машине.